Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. Больш за 30 об'єктів нерухомості будуть пропоновані потенціальним інвесторам під час проведення Гомельського економічного форуму. Майстер-клас відкрив сьогодні у Гомелі програму міжнародного чемпіонату «Молодь і предпринимательство». У Гомелі стартував 13-й міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Славянські театральні зустрічі». Переможця 6-го обласного конкурсу «Сім'я года» серед вихованців дитячих домов сімейного типу визначили сьогодні у Гомелі. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Мазырский нафтоперапрацовчий завод распачал реализацию нового буйного инвестиционного проекта по створению комплекса гидрокрекинга вакуумного газойлю. Вытворчасть установки складает 3,5 миллионов тонн у год. Реализация проекта позволит отримать додатковую колькость низкосернистых средних дистиллятов и повялишить отбор светлых нафтопродуктов. Распачать будовництво комплекса плануется у 2021 годе, завершить у 2025. Даденный момент на предприятии уже затверджены план работ, распрацовывается проектная документация. Больше за 30 объектов нерухомости будут пропонованы потенциальным инвесторам 19 мая подчас проведения Гомельского экономичного форума. Огульная площадь помешканий, которые выставлены на продаж, складая амаль 7 тысяч квадратных метров. Яны размещены как у областном центре, так и у районах. Бизнесменам пропонуют набыть былые административные будинки, гостевые домики, базы отпочинку и складские помешкания. Цена лотов варьируется от 23 до 149 тысяч рублей. Новые владельники нерухомости смогут выкористать яе для открытия нового альбо развития уже иснующего бизнеса. Программа международного чемпионата «Молодь и предпринимательство» открылась сегодня у Гомеле майстер-классом. Его удельниками стали около 40 выкладчиков из университетов 4 краин – Беларуси, России, Украины и Казахстана. Своим опытом и ведами с ими у Белорусским гандлево-экономичным университете споживецкой кооперации поделилась Ганна Жасан, кандидат экономичных наук, представник Херсонского национального техничного университета. Как распрацовать бизнес-идею, знайсти тех, кто будет у ее затекавлены и при этом опынуться на одной хвале с сучасными тенденциями бизнеса. Отказы на эти пытания прогучали подчас майстер-класса. Тут же слухачам пропоновали применить на практике отриманные веды и сформулировать свою бизнес-идею. После каждый отримал профессийные рекомендации поспяховых представников сферы менеджмента. История сотрудничества с университетом очень долгая. С самого начала началась с моего 3-го курса, то есть это далекие 8 лет назад. Вот потом уже постепенно с тем, как я росла, приезжала сюда сначала на форум в качестве студентки, потом уже приезжала в гости чемпионата. Вот сейчас уже вот привезла свою собственную команду и вот имею честь выступать. Молодые люди имеют мужество идей, но не знают, как их реализовать. И такие чемпионаты помогают понять, каким образом правильно представить свою идею, как ее подать, чтобы ее купили и ее реализовать в дальнейшем. До речи, урочистое открытие международного чемпионата «Молодь и предпринимательство» отбудется завтра. По традиции, Белорусский гандлево-экономичный университет споживецкой кооперации сберет студентские команды, которые представят бизнес-идеи и позмагаются за перемогу и инвесторов, готовых реализовать предпринимательские проекты. У Гомелі стартував 13-й міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Славянські театральні зустрічі». Він протягнеться до 19 мая. За гэты час на сцені обласного драматичного театра виступять колективи з Білорусі, Росії, України і Польщі. На відкритті фестивалю побували наші кореспонденти. Урочистому открытию 13-го международного фестиваля театрального мастерства «Славянские театральные сустречи» попередничала пресс-конференция с уделом организаторов, членов жюри и представников творчих коллективов масштабного форума. Подчас яе была огучена концепция насыщенной фестивальной программы. Мы не говорим о том, что этот фестиваль обязательно должен показывать ультрамодную драматургию или представлять ультрамодных дорогих режиссеров, драматургов. Нет, мы будем говорить о обыкновенных человеческих чувствах, о том, что волнует простого жителя Земли. Мы будем говорить о любви, мы будем говорить о морали, о наших чувствах. Урочистое открытие фестивалю заусёды проходит у вельми теплый, душевный и разом с тем по-особливому святочной обстановцы. География удельников поступово поширается. Сёлетнюю программу представляют театры Беларуси, России, Украины и Польши. Фестиваль «Славянские театральные встречи» – это найперш пераемность традицию с получением с новыми тенденциями театрального мастерства. А еще это спроба про творчество и талент умацовать мир помежу братскими славянскими народами. Как символично и знаково, что в нынешнем непростом мире, в непростое время, на одной сцене, в одном закулисье,
Тбилиси. На одних обсуждениях, мастер-классах встречаются мастера искусств и России, и Украины, и Беларуси, и Польши. И несмотря ни на какие, скажем так, превходящие обстоятельства, творческие связи, актерское братство, оно остается незыблемым и нерушимым. Вот это символ устойчивости культурных наших контактов и символ того, что культура является залогом развития добрососедских отношений во всех сферах. Один из главных, скажем так, общественных таких социальных посылов фестиваля. Фестиваль «Славянские театральные встречи» предугляживает спаборницкий момент. Однако первую чергу – это творчая пляцовка для обмена опытом, демонстрации своих напрацовок, щирых эмоций и почуттів. Одразу после урочистой частки открытия глядачи убачили выступление Черниговского областного академического музычно-драматичного театра имени Шевченки. Талиновитые артисты представили спектакль по мотивах пьесы белорусского драматурга Владимира Рудова. Сегодня на сцене Гомельского облдрамтеатра свою творчесть представили артисты из Польши. Глядачи убачили пьесу об людской неподобности и одиноких покинутых людях, которые никак не могут найти свое место в громадстве. Мова жестов, пластики и в целом спектакля зрозумела каждому, навод без слов. У дальнейшей программе фестиваля выступление Новгородского академического театра имени Достоевского, Державного русского драматичного театра города Стерлитамак, Белорусского державного театра юного глядача и господаров сцены Гомельского областного драматичного театра. Так само запланованы майстер-класс уделом члена жюри фестивалю, ведомого артиста российского театра и кино Александра Кузнецова. Естественно, я буду делать акценты на театральную работу, на понимание вообще, что такое актер, пространство, партнеры и так далее. У меня есть свои очень интересные технологии, свои навыки, как внедрить не просто знания, как внедрить его быстро, эффективно и четко. Нужны люди, нужно желание, нужна вера в то, что мы можем изменить себя в лучшую сторону. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Дети и батьки-выхавальники из 11 детских домов семейного типа приняли удел у 6-м областном конкурсе «Семья года». Конкурсанты прошли испыты у 3 номинациях. Лепшая семья отримала специальный кубок и диплом переможцы. С остановчими прикладами семейного выхавания ознайомился Олег Сенцюров. Яны розные и одночасово подобные, как у любой звичайной семьи, у их относинах так само бывает всякое. Але зараз яны счастливые и задоволенные. На областный конкурс «Семья года» запросили детей и батьков-выхователей из 11 детских домов семейного типа. География вельми широкая. Кармянский, Житкевский, Светлогорский, Лоевский, Неравлянский, Гомельский район и непосредственно город Гомель. За час основания такие установы не одночи демонстрировали свои переваги в сравнении с державными интернатами. И, собственно, самые обычные прибития вот обычных гигиенических норм, каких-то правил поведения, это все, естественно, более эффективно осуществляется в рамках семьи, нежели в рамках государственного учреждения. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что ведь государство тоже имеет экономию. Перегружать ведьми насыщенной программой удельников не стали. Выставы детских работ, визитная карта и семейный флешмоб. Для всех удельников предоставили специальные дипломы для переможцев кубок. Чтобы заховать интригу до самого опошнего часу, призы и подарунки не показывали никому. Выключение зарабили только для журналистов телерадиокомпании «Гомель». Вот это кубок переможца 6-го областного конкурса «Семья года». Не ведьми великий по померах, а для этого не меньше каштовный. Разом с кубком лепшая семья отримает так само диплом и подарунок. На этот раз мультиварку. Батьки-выхователи детских домов семейного типа кажут, что выховывать несколько детей – вельми тяжкая праца, але и отдача от ее ни с чем не поравнальная. Когда бачишь неподробную детячую радость и отчуваешь их подяку за почуття обороненности и упевненности в будущем, это не передать ніякими словами. У семьи Василия и Татьяны Рудницких из вёски Вильча Житкевского района зараз 8 неповнолетних, еще 5 выхованцев уже стали дорослыми и живут по особку. По словам батьков, они никого не выбирают специально и при наявности места принимают усих. Урешься быть счастливым одному немогчимо. Некоторые даже в первый день говорят уже «мамочка, папочка, можно я буду тебя так называть?» Ну, конечно, мы не против. Серьезных таких трудностей не было, потому что мы как-то относимся с любовью, детей принимаем такими, какие они есть. Поэтому у нас с Божьей помощью не трудно. Первое место 6-го областного конкурса «Семья года» отримал детский дом семейного типа Митраховичев со Светлогорского района. С уликом того, что проведение таких споборниц инициатива Гомельской области республиканского этапа конкурса покуль нема. Хоть организаторы уверены, у Минску наш регион был бы представлен с годностью. Олег Сенцюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Міжвузаўскі конкурс навучальных праектаў на англійскай мове прайшоў сёння ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Удзел у ім прынялі студэнты 6 беларускіх ВНУ, а таксама прадстаўнікі Маскоўскага дзяржаўнага абласнога універсітэта. З мовазнаўцамі сустрэліся і нашы карэспандэнты. Про великие достижения у профессии на английской мове. Свои проекты представили 11 студентов разных специальностей, для которых замежная мова не является основным предметом. У каждой конкурсной работы отлюстрованы самые яркие и значные достижения у разных сферах профессийной деятельности. Среди них экономика, туристическая индустрия, мытная справа, информационные технологии и навык пластичная хирургия. Моя специальность называется экономика и управление гостиницами и ресторанами. И сегодня я расскажу о достижениях Уиллерда Мариотта, ну, про всем известный бренд гостиницы Мариотт. Вот. Выбрала эту тему, потому что мне нравится гостиница такого типа, и интересно, как же этот человек достиг такого внушительного успеха. Об этом буду рассказывать. Для моей специальности как раз важны языки, вот, не только английский, потому что все-таки это связано с туристами, с иностранными гостями, поэтому я считаю, что повышать свой уровень английского очень важно. Мета конкурсу – показать значение замежной мовы у сучасном грамадстве для представников разных профессий. Организаторы сподзяются, что мероприемство станет могутным стимулом у вывучения английской мовы и выкористания студентами усіх адукацыйных магчымасцяў, каб стать годными специалистами у своей сферы. Интеллектуальное спаборництво проводилось упершыню и включало 2 туры. Выступление до 10 минут, обязательно подкрепленное презентацией, рефератом. И также предусматривается творческое задание, просмотр видео на научно-популярную тему и выполнение заданий к данному видеосюжету. У этом годе на мероприемство запросили студентов факультета романо-германских мов Московского державного областного университета, которые приехали в Гомель по обмене. Яны так само представили свой научный проект и, как будущие педагоги, могли оценить уровень подрыхтовки белорусских конкурсантов. Оценки науковым працам выставляла журы, у склад якого уваходили выкладчики белорусских и российского ВНУ. Лепшими стали Павел Абрамов, студент белорусского гандлёво-экономичного университета с поживецкой кооперацией с проектом там про Яугена Касперского и Вольга Шмагли из ГДУ имя Франциска Скарыны с презентацией про маркетинговую стратегию Стива Джобса. Такое активное участие в подобного рода конкурсах позволяет студенту, во-первых, проявить свой творческий потенциал, во-вторых, узнать о своих языковых способностях с тем, чтобы в дальнейшем развивать и углублять свои знания не только в языковой сфере, но и в своей будущей профессии. Ну, это значит уметь наладить контакты с аудиторией, уметь устанавливать международные связи с будущими бизнес-партнерами. А это возможно только через язык, только благодаря языковому взаимодействию, минуя все языковые барьеры. Ганна Каральчук, Максим Славін, телерадіокампанія «Гомель». Картинная галерея Гавриила Вашанки представила у вазе гамельчан уникальную выставу восковых фигур «Зорки становятся ближе». 38 костюмированных персонажей приехали у Гомель Санкт-Петербурга. У экспозиции представлены герои любимых фильмов, двойники ведомых особ, актеров, спеваков, спортсменов и политичных деячов. Усе фигуры выкананы так по-майстерску, что их с легкостью можно принять за живых. Над каждой фигурой, каб яна максимально отповядала оригинал, працуют люди прикладно 15 специальностей – от скульптора до дизайнера. До речи, тут можно фотографоваться со знакомитостями и отрымливать оригинальные кадры на память. Например, постоять побольш с Александром Розенбаумом альбо с Ричардом Гиром. Специально здесь разложили таблички мы в таком порядке, в неправильном, чтобы люди попытались узнать героев. То есть, кого не узнают, значит, уже ошибка будет музея восковых фигур. Холодное надворье знов вертается в регион. Сегодня ночью в особных районах в области чекаются заморозки до 0-2 градусов. У Гомеля до 0-1 градуса. У наступные дни, означают синоптики, заморозки не прогнозуются. Гэта и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. Далее в эфире спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Сергей Негеревич.